Здравствуйте! Сегодня в гостях у ИТВ актер Николай Наумов, всеми любимый Колямба из «Реальных пацанов». Коль, привет! Привет, ЕТВ! Это я, Коля Наумов. Здравствуйте! Сегодня немного пообщаемся, может быть, будет интересно. На одном из форумов я нашла вот такой злобный комментарий злобной зрительницы. Женщина пишет: «Все диалоги в кино – сплошная гопота. Смотреть тошно. Не считаешь ли ты, что сериал как-то более популяризирует гоп-культуру, которая без того не нуждается в рекламе?» Мне очень часто приходится отвечать на этот вопрос, но обратной связи нету. Может быть, у нас получится через вашу передачу. Давайте тогда определимся с понятием, что такое гоп-культура. Как можно вообще сказать, что гоп и культура — это одно. Во-вторых, наш сериал, ведь он из серии в серии несет драматургию, и не побоюсь этого слова, я отвечаю за свои слова, и наши герои, они постоянно научаются чему-то. Николай постоянно рефлексирует в кадре, страдает, ставит перед собой вопрос, а надо ли, возвращается к истокам, к семье. Я не считаю ни в коем случае, это очень поверхностное мнение, что наш сериал популяризирует или пропагандирует какую-то гоп-культуру. Давайте определимся, что такое гоп-культура. Надо быть честным, но это банально все, конечно. Читать книги, я не знаю, общаться, слушать, что говорят взрослые, обязательно. Истинные ценности. Семья, дом, вера, любовь. Ходите в церковь, слушайте своих родителей. Переводите бабушку через дорогу. Будьте отзывчивы к чужой боли. Пусть я буду выглядеть банально, повторюсь, но тем не менее я так считаю на самом деле. ЕТВ, всем привет! Это был Коля Наумов. Дай всем Бог здоровья! Это была программа «Мелочи жизни». До скорых встреч!